Я заспавнился на официальном сервере. У меня не было никаких изучений. Но у меня была идея на этот вайп — продавать домики. И сразу на старте я побежал к центру карты, попутно фармя все на своем пути. Ну а если ты хочешь попасть в тренды, как этот всадник, не забудь поставить лайк и подписаться. Ну и конечно же, я отфармил немного дерева, чтобы скрафтить себе лук и отправиться на охоту за фармиони. Да, мне немного не повезло, но я успел откинуть себе спальник возле аутпоста. И после я скрафтил себе композитный лук. И пробегая возле этого домика, я умудрился послушать разговор двух школьников. Давай, убивай меня, иди, уходи, убивай. Я думал, мы с тобой друзья. Ну, выходи, убивай. Во-первых, за то, что ты очень много командуешь и обижаешь из этих патронов. Тут разборки школьников. Да я... Ну давай реально помиримся, хоть пожалуйста, не убивай. Давай помиримся. Ну, убивай, ладно. Я думал, мы с тобой, блин, реально друзья. А мы хоть играть с тобой будем? А? Не знаю. Да я у него дома отжал. Это кто? Я, короче, с ним типа затимился и дома отжал. Убей его, пожалуйста. Он, короче, прикинь, я с ним, короче, начал дружить, и прикинь, он мой дом забрал, вот этот. Хочешь, я тебе другой подарю? Да, давай. Пойдем за мной. То, блин, меня, блин, он предал. Этот паренек мне поведал историю о том, как его обманули и забрали его домик, который отстраивал он, и фармил ресурсы все тоже он. И какой я был бы папа Чиз, если бы я ему не помог, м? Но чтобы это реализовать, мне нужно было пройти огромнейший путь, ведь мне нужно было изучить очень много всего. Ой-ой-ой, блин. Ой, тут турель. Ой. Турель убила нас обоих, и этот паренек куда-то пропал. Я остался один и решил отстроить наш первый домик. Я заспавнился на спалке возле аутпоста и увидел, как бомжик какой-то фармил дорогу, и решил его забайтить на копье и на аутпост. Давай, давай, беги за мной. Беги, 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 беги. Ха-ха-ха! О, нормально. Переработав все свои компоненты, я скрафтил блочный лук и отправился искать фермеров. Если ты нашел эту запись, знай, ты убил мирного бомжика. Хорош! Так у меня появилось первое оружие, и сразу же после я решил отстроить домик для Костика. Я увидел то, что неподалеку от меня стоит огромная клановая территория. И естественно, я решил побегать, поискать клановых игроков, которые тут обитают. Опа. Вижу жертву. И он по-любому побежал куда-то, я не знаю, может перерабатываться? Нет. Он побежал дальше. Но мне нужно его догнать по-любасу. Минус один. Минус второй. Да кто вы такие? Бегут и бегут, мясо. Где? Он за тачкой шел. А где ЛР-ка? И благодаря хорошей, густой травке я искал ЛР-ку очень долго, и пока я ее нашел, клановые игроки меня вычислили. У меня была КД на спальнике, и я решил не терять время и заспавниться на пляже. И наткнулся на одну интересную пострелушку. Там тип в топ-сете?
Да, тут челик, походу, рейдить собирается. Чё? Это читер! В этот момент я понял, что наткнулся на читака и решил его немножечко обмануть. Holy crap, man! Hello? I'm just a fucking naked. Can you give me something? Can I took some stuff? Не знаю зачем, но он решил отвезти меня в свой домик. И в этот момент я понял, что мой план сработал. I can drop all my stuff. If you're scared. Let me unlock the stuff. I don't know. Holy crap, man. You can get the locks now, right? You get the... Ты что думал, я не видел, что ты с щитами, да? Блин. И вот вы можете сказать, что я крыса, я убил в спину, но это был читер. Если бы я выпустил его из этого дома, он бы пошел убивать обычных игроков и забирать у них ресурсы. Так что думайте сами. А буквально через 10 минут этот читак ушел в бан. Вот так вот. Ну а чтоб вы понимали, ресурсы, которые забрал читак у тех двух ребят, я хотел вернуть им обратно. Алло, 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 стой, 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 я убил читака. Спокойствие. Окей, 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 окей. Holy shit, man! Oh no! О, я недалеко заспавнился. Разговаривать они со мной не стали. И не знаю зачем, они объявили мне войну. Но у меня уже был калаш. За что? Они пытались меня поймать, но я же не настолько дурак, чтобы просто так взять и отдать калаш. Holy crap, man! Ай! А потом они на меня обиделись и сели у меня прям под домом. И не давали мне выходить. Я не успел на сервер зайти, меня уже на нем не любят. А что я сделал? Я ничего не сделал. Я просто вот играю. Я просто бегаю. Никого не трогаю. Грибы собираю. За что меня-то не любить? Их тут человек 5. Но это не говорит о том, что они неуязвимые и бессмертные. Ёнь. И чтоб вы понимали, они оказались моими соседями, которые жили прямо напротив моего выхода. И уже в этот момент я понимал, что в скором времени или мне будет хана, или им. Hello, it's me, yes, Super Mario Man.
If you love me, why you leave me? Save my body, save my body. Dance. Like Vladimir Belechkin. Like Vladimir Belechkin. Dance now. Герара Гир. Естественно, после того, как я их замесил, они сидели у меня под домом. Ползет. Ползун. Дабл килл, гайз. Hello, bitch. Is a loot, I think, yes? Fuck you. No, I'm fuck you. Что вы хотите от меня? Я хочу тут просто пожить. А я, в свою очередь, делал то же самое и садился к ним под хату. Так, ну очевидно, шкаф у них стоит здесь. В одном треугольнике. Fuck you, piece of shit. Holy crap, man! Получается, сейчас я живу в доме читера. Это не очень хорошо, но в принципе, че такой-то дом явно уже не нужен. О, hello, my best farmer. What are you doing right now? Wait. What wait? You wanna shooting? I am. Don't kill me. Okay. И знаете, чем больше я играю в эту игру, тем больше я понимаю, что в этой игре одно случайное знакомство может тебе помочь. Hello, new player. Do you need something? Go. What? Yeah, I see two guys. I killed him. My friend, are you alright? It's me. Sorry. I killed him. Online, bro. I killed him. Okay. We can try to loot this buddy. Oh no. Kill them all. Nice. Can you boost me? Okay. No, don't shoot. Please. Oh man, okay. I have nothing. Can you boost us? Can you boost us? Okay. Where do you want boosting? Where, here? At the top. Yep. Stay here. It's good. I exit. Don't wait, only one do it at a time. Let's go, and one more boost. Okay, yeah. Yeah. Let's go. Yep! Yes! Nice! Yes! Go! Deep. Holy is shit! Is it loaded? Yes! Team. Yeah, team. I can give you something. Thank you. Take it, guys. You what? No problem. Thank you, bro. Oh my gosh, balls. Loaded. Very loaded. Go home. Give me a yo, can take you help us break a TC? All we need is you to break a TC for us. I can try to deep this base. Let's kill them. Follow us. We give you stuff. Follow us. Oh, naked, who are you? It's the little kid, he's trapped him in! Они закрыли меня в своем доме, и мне не оставалось ничего, кроме как пытаться продипать их дальше. Он откроет эту дверь, я уверен.
Третий верстак. Holy shit, dude! Holy fucking shit, man! Guys, OM fucking G. I'm deep this base. Bye bye, guys. This is my base right now. Thanks. Thank you for all this stuff. Thank you. Woohoo! Baby tonight. Yeah, baby tonight. Thanks for the loot. Меня называй. Да. У меня получилось экзрейдить. Что, понеслась? Вот я и выбрался наружу. Отлично. Ну и естественно, я решил этот домик немножечко улучшить. Не зря же я его задипал, правильно? Отличная база у меня, да? Точнее, два дома. Sup, boys? I'm outside. Thanks for base. Произошло фиаско. Я не знаю, как можно было столько дверей открыть. Но я смог дипнуть эту базу, это круто. Внутри этого домика сидели хозяева дома, и я решил поставить им фирменное окно, чтобы если они вышли, я смог запечатлеть их веселые лица. Все, если они вернутся, я буду смотреть в окно и наслаждаться как бы своим видом. Крутой дом вообще. Шик. Пушка. А ресурсов в этом доме было реально много. Я их выселил, не потратив ни единой взрывчатки. В общем, этот вайп начался у меня как надо. Hello, bitches. Please don't kill me, man. Don't kill me, man. Please. I'm very friendly. Вообще, я умею очень много всего интересного крафтить. Я могу сделать отличную чилл-зону для начинающих игроков, но для этого мне нужно будет очень... хорошенько попотеть, и для начала я должен хотя бы изучить какой-то шприц. Я отстрою офигенную чилл-зону возле аутпоста. Я решил потратить скраб, который у меня есть, и изучил все самое нужное на первое время. Да, и детали на тачку я тоже изучил, не знаю зачем. Делаю быстренько хилочки. Лестницу надо было изучить, ну ладно. Короче, мне надо идти в сторону аутпоста. И я заметил, как возле меня появился бункер. Ну и естественно, я решил с ними познакомиться. Hello? I know you're here. If you're not saying me something... Может, не надо, не? Ты что тут сидишь? Пожалуйста, не надо. И только я собирался переплывать на соседний остров, как вдруг... меня убил читер. Я пытался за ним проследить, но не получилось. Я решил не отклоняться от своих планов, скрафтил себе доску и поплыл на другой остров. Ух ты, тут у этих ребят все запущено. Сейчас сделаю вид, что я фармил и буду байтить их. Да, забайтить получилось, а убить нет. Но меня это не останавливало, вы ж меня знаете. Я скрафтил себе еще один баллончик и поплыл снова на этот остров.
2 МПшки минимум. Ё-моё, нифига себе. Так, тут нормальная домина. Раз, два, три, четыре. Да, нормальные пацаны тут живут. Я их очень долго выжидал и увидел, как трое из них побежали в сторону дома. Мне оставалось их только принимать. У него уже самую малость на меня горела. И я понимал, что за эти слова надо платить. Вот не хотелось сюда идти. Ну вообще не хотел идти сюда. Но придется. Я приоделся, схватил с собой немного камня, второй верстак, ведь хотел там отстроить мини-домик, чтобы мог спокойно туда складывать ресурсы, которые выбьем. Походу, мне нужно отстраивать неподалеку от этого места свой домик, потому что тут есть и файты, и тут я могу открыть свой мини-отель, то есть я могу продавать домики в аренду. Ну и здесь меня поджидал какой-то кемпер, но я с ним легко справился. Чтобы начать доставать моих соседей, мне нужно было понять, где у них слабое место на территории и как я к ним туда смогу попасть. И да, я его быстро нашел. У них же 100% есть турели, да? Я их очень долго выжидал и увидел, как они куда-то убежали. И я понял, что это мой шанс проникнуть к ним на территорию. По-любому сейчас с хаты со своей полезут. Вот такой сетик с МПшкой мне больше нравится. У них нет турелей, но если я туда запрыгну и лестницу поставлю, я тут не выпрыгну. Я видел, как три типа сейчас стояли в доме. Они топку не оставили здесь. Я решил немного побегать и исследовать эту территорию, и посмотреть, где у них что находится, и как, возможно, я у них потом смогу отсюда свалить. Посмотрел у них магазин, в магазине у них было пусто, и увидел, что они выращивают картошку. Пусть пока металл здесь. Я сейчас сюда, вероятнее всего, вернусь, но уже за коровой. Я сбегал домой, взял топку и увидел то, что они находятся на своей территории. Что? Ну что ты допрыгался? О, кок! Что? Я заспавнился еще раз, бегу к ним и вижу, как корова улетает с их территории. И это означало, настало время. Время ждуна. Ну все, я сижу, жду, они куда-то улетели на этой корове, но я дождусь,
и попробую их убить. Их всего трое. Ой, мэн. Корова, ёпта. Ты чё тут делаешь? Чё, корову спиздили, что ли? Да. Вот угнали мою корову. А у вас чё, корову спиздили? Да, да, только что угнали. А ты чё, за моей коровой пришёл? Я, бля, посмотреть, тут смотрю, стоял, да. Ну всё, можешь обратно ползти, брат. Я, бля, просто видел корову стоит, думал, блядь, покататься взять, нахуй, в долг. А, покататься неплохо. На самом деле, я жду этих лохов, я здесь не живу, но... Ну, ты понял, да. Они улетели куда-то, я их тут выжидаю. А, ты хочешь зарейдить их, что ли? Нет, я хочу убить их. Мы хотели подзарейдить их, ёпта, сейчас. А-а-а! Они только что улетели на корове, у вас есть шанс их зарейдить. А еще я решил разбить им ветрячок! Шиш, они летят! Они летят! Ждем. Интересно, куда они сядут? Они очень далеко. Блин, пожалуйста, Галли Ньюман, я просто помолюсь тебя. Пожалуйста. Хоть раз в жизни. Зарегай все выстрелы, пожалуйста. Я хочу сделать нормальный контент. Вот так. Вот так, спасибо. Ого, МВК двери, НПЗ! Тут кто-то с ЛР-кой в топ-сете должен был быть. Где он? Или по тот тип с ЛР-кой был на улице. Вот он. Но мне кажется, это не их союзник. Как оказалось, в этот момент ребята их решили прорейдить. И я оказался в эпицентре событий. Что происходит? Я не знаю. Надо текать отсюда нафиг. Мешать рейдить базу неадекватов я не собирался, но они, к сожалению, меня все равно убили. Я спрятал свое тело и решил вернуться сюда с оружием и убивать уже всех. Ой, там намечается что-то жесткое. Я с ними, с Мунчиком, с комаром Шериф, кто с Киев. Я с ними, вы только быстрее, блядь, у нас там будет быстрее. Вас что, рейдят там? Он тебя в зеленку, он тебя, да, он тебя в зеленку, давай, бинты, блядь, быстро, да, я то я не перепрыгну через забор. В этот момент они приняли меня за своего, и у меня появился гениальный план. Нет, нет, дерево. Прыгай, а, прыгай, я тебя покажу, где. Я поднимаю, ага. Они даже добавили меня в пати. И в этот момент я даже не представлял, что я буду делать дальше. Помогать или убивать и забирать взрывку. Чувак, ну это, наверное, будет крысиный поступок, если я их всех убью. Это просто кек, я не понимаю, почему они меня не убивают? Может быть, они подумали, что я свой? Я не знаю, что они дальше делать будут. Я буду с ними до конца. Я буду ждать, когда они все это закроют. Или начнут рейдить. Ха-ха! Лишь бы я не сдох, случайно. Блин, их тут очень много. Я не знаю, что можно предпринять сейчас прям. Я могу разбить потолок, чтобы они ко мне быстро не смогли запрыгнуть. Вот. Это я, алло. Ну так что, будет продолжение банкета или все, блядь, или отсосали хуй?
И после слов хозяина дома я решил, что я все-таки помогу этим ребятам зарейдить эту базу. Сейчас он умрет. Говно, да? Ситуэйшн. Капец, пипега плейинг просто. Кого я сейвлю, я не понимаю. Тут непонятно, то ли я хочу их убить, то ли я хочу их засейвить сейчас. Я не понимаю, что я делаю вообще. Но я точно не хочу отдавать им пушки обратно. Я могу спрыгнуть и вернуться потом сюда. Отдавать все выбитое потом и кровью я не собирался, поэтому я спрыгнул с территории, спрятал все в смолстэшике и вернулся на этот рейд. Ну давай, пипега плеерс, давай, 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 давай. Задолбал. Ай! Залезаем! Минус один! Ого, тут у них лута было. Чувак, жив. Это окоп какой-то получается, при том, что я рыжа. Что бы я отсюда ёнькал? Не, базуку я не буду ёнькать, потому что это опасно. Я вернусь скоро сюда. Это кек вообще полный. Так я еще, при том, что я вообще левый челик, я им еще хату задефал, типа рейд задефал. Они ж пососали без меня, получается. Я правильно понял? Ой, мне это так пригодится просто, ой-ой-ой как. А после того, как они все дорейдили и все залутали, я вернулся и долутал остатки, которые мне точно бы пригодились. Кукмен за мной, нахуй, быстро. Кукмен за мной, быстро, пожалуйста, блять, надо засейвить. В этот момент я испугался, что они заподозрили, что я очень много всего наворовал, и они позвали меня к себе на территорию, чтобы я отнес лут к ним. Но очень много лута я уже стащил домой, поэтому мне уже было бояться нечего. За скифом иди. Мне кажется, они меня убьют. Вот сюда в ящик скидываешься, идешь туда долутывать, и потом мы тебе дадим калаши, там что-то дадим тебе. Что? Ну это все, что я залутал. Все, кукмен, бери калаш, бери сет, бери с чем идти туда и перелезай туда. Все. Все, контроль с ребятами. Все, давай. Раскомандовались нафиг. Ну а тем временем в моем домике появились МВК-двери и очень много лута, который мне точно бы пригодился. Ты где-то здесь, да, Кукмен? Скажи что-нибудь. Ага, все вижу. Заходи сюда, только ничего не лутай, сейчас тебе вынесут то, что тебе награду за что помог. Просто ничего не лутай, просто здесь. Просто стой, сейчас я вынесу то, что тебе надо для дома, там тебе вынесут, может быть, калаш.
Красава, я их, блядь, уже 3-4 дня нахуй пытался зарейзить. Ну как пытался, хотел. Ого. Нормальная награда за помощь. Все, Кукмен, удачи. Спасибо большое, что мог. Только, блядь, постройся где-то аккуратно, чтобы тебя не выебали. Все, открываю. Да, знали бы эти ребята, насколько сильно я уже вознаградил себя, ну да ладно, спасибо им большое. Ну и естественно, прежде чем уходить на аутпост, который находился очень далеко, я решил обустроить мой домик, чтобы меня никто не зарейдил. Школьник, которому я хотел помочь, до сих пор не появлялся в сети. Поэтому у меня еще оставалось немного времени, чтобы изучить взрывчатку. Отстрою себе небольшую черепашку и надеюсь, меня никто за эту ночь не зарейдит. А еще на этой части острова фармить дерево было практически невозможно, потому что его просто не было. Поэтому я поставил магазин и решил продавать ненужные пушки за дерево. Здравствуйте, уважаемые бомжики. В этом магазине вы можете купить оружие за дерево. Стоит немножечко поработать топориком. О, нифига себе, у меня дерево появилось. Кто-то все выкупил, красавчики. Надо еще пайпов закинуть. Ха-ха-ха. Кайф. Не, магазин это топчик, вообще реально топчик. Вот, отстрою здесь возле бассейнов. Прям между ними. Если что, скажу, что их поставил я. Гениально придумал. На самом деле можно сразу сделать с выходом на крышу, это, наверное, будет прикольно. Да, я, наверное, так и сделал, чтобы меня никто под хатой сейчас не кемпил. Это будет улучшенная чизерка. Ой, там залутанный тип. Ну ладно. Хм. Здесь, в принципе, я могу открыть свой первый бизнес. Тут есть ватерплент, недалеко космодром. Мне кажется, это шикарное место, правда, придется пару домиков мне все-таки, походу, зарейдить. Так, что это за домик стоит здесь? О, тут шкафа нет. Вот, первый дом кому-нибудь я могу уже сдать. Огонь. Do you have cloth? Do you have cloth? Hello, hello. Do you need base? Do you need home? No, no, no. Do you need home? What? Yeah, I need. For Negus. Okay, follow me. Yeah. I'm friendly businessman and I need. Okay. I can sell this base for you. I think it's good base. And how many what? Okay. For this I need only 2k metal ore. Офигеть, я не успел. Сдал чужой дом чисто в аренду на это. Я ору. Бизнес пошел в гору чисто. И, к сожалению, моя спокойная жизнь на этом была закончена. У меня появились первые противники. А после того, как я его убил, он сел у меня в бассейне почилить, прямо перед выходом. Ну а после он начал наяривать по мне с окна, и я понял то, что лучше сюда перенести болтовочку с четырехкратником. Так, второй верстак вроде бы как донес. Это хорошо. И стоило мне только взять болтовочку в руки, как вдруг... А-а-а! Еще один читак. Да, я везунчик. За несколько дней я встретил огромное количество читаков. Ага. Этот тип убил читака? Серьезно? Он убил читера и сдох? Ха! Ха! Понимаю.
Чтобы открыть свой бизнес, мне нужен был камушек, который я мог бы обменять на дерево и начать свой бизнес. И когда я его фармил, я заметил, как какой-то коптер прилетает на домик, который вроде бы как сгнивший. Надо убить этого бомжика, который мне может все заруинить по-тихому. Ого! Турелька! Походу минус коптер. Офигеть, я угнал 5000 серы. Спасибо, пацаны. Но мне на самом деле это в другой домик засейвить. Я скину все в этот домик, и надо тут поставить свой спальник, потому что если меня придут рейдить, я хоть дефаться смогу. И все остальное время я фармил скраб, так как мне нужно было изучить взрывчатку. Какой ушлепок так делает, не понимаю. Лутает ящики и оставляет только говно какое-то в них. Можно мне гантрап, плиз? Да, я хотел гантрап еще купить. Я вспомнил, что я хотел. В принципе, я думаю, мне только пружины нужны. Потому что я смогу, если что, СМГшку скрафтить. Все остальное я могу спокойно перерабатывать. А потом одни из соседей предложили мне мир. И мне, скажем так, это было на руку, потому что у меня было еще два соседских противника. Куда там твои типы побежали? О, ну видишь этот... Челик просто сидит на крыше. Типа мы... Мы рядом живем, у нас общий враг. Может тебе в зеленку добавить? Давай. У меня два врага получается. Смотри, вот говноеды одни, которые сидят на крыше. У них турелей много. И сзади меня... Они нас вчера весь день донимали. Бутылочник. Вот бутылочник на 30, понял, база? Бутылочник на 30, а эти подтурельники, короче, вот. Все, запомни. Я понял. Если что... Они тиммейты, если что. Ты соло играешь? Да. А кто тиммейты? Ну, нормальный чел, да? Понятно. Ползи ко мне ползи. Не, я подниму, я подниму. Ко мне ползи. Не-не, ко мне ползи, ко мне, да. Ползите ко мне, ребята, поднимусь. Ну, это киберспорт, он... Только с АВМ можешь что-то сделать. Но я сейчас возьму болт и разобью ему лицо. Передай Саньку привет. Передай Сане привет. Кому еще привет передать? Что я тебе сделал? Я только... Я болтов не прячусь. Уйди от меня, не пали меня. Так, я погнал за деревом, ребят. Пока ночь, пока меня никто не видит. А на утро я уже начал отстраивать первый домик, который я потом мог бы сдать. А вслед за ним я провел электричество и запитал турельку в моем доме. Вслед за первым домиком я отстроил и второй, уже немного другой формы. И поставил магазин, где я продавал записки с паролем от этих домиков. И когда я перерабатывал компоненты, я услышал, как неподалеку от меня взрывает какой-то домик. Я туда и отправился. Ну а для начала я, естественно, кильнулся со всем лутом на аутпосту. Я не знаю, что они рейдят. По-моему, эту вышку рейдят. А как туда попасть? О! Там немного людей, всего четверо или пятеро. А я могу даже с ними не драться, я просто отнесу домой. Ха-ха-ха.
Братик. Братик. Ты кто? Я убил типа, который у тебя снизу был. О, Чизи, Чизи. Ты-то тут откуда? Я вот на замес влетел. Давай разойдемся чисто. Братан, так уходи, там вот еще луты где-то были. Я там еще где-то валяюсь, но... Я знаю, нифига ты их разваливал просто, красавчик. Да, бедолага, нас вдвоем в онлайне все было, их 8 рыл пришло. Да, я это видел. А когда я вернулся в тот самый домик, который я строил для Костика, я увидел это. Он зашел в онлайн. Прими меня в команду, пожалуйста. Идти домой нам было довольно долго, поэтому мы решили воспользоваться шаром. Ты просто, пока тебя не было, я домик отстроил. Я интро-трасс играл. Типа себе там отстроил. Потом меня, сочили, пошли от баха. А на домике Костика по-прежнему сидел тот самый школьник, который его кинул. Это с твоего дома стреляю, ты слушай. Ты что ты хочешь? Они в офлайне. Ой, онлайне. У тебя изученная МП5-ка? Да, уже да. Тогда, когда если пойдем рейдить МП5-ку, с МП5-кой нормально стреляю. И когда мы подлетали уже к моему основному домику, нас ждала засада. Рахитаем. Они... Хоть я и говорил Костику взять парашют, но он меня не послушал. Не долетел мелкий сюда. Ну ничего, мы сейчас разберемся с этим пацаном. О, нифига молния, драхнуло, все видно. Вот мой домик. Прикольно. Ой, я упал. Фух, капец. О, нормальный домик. Дай я в этот шкаф пойду, а то вдруг у тебя тут эти стоят турели. О, у тебя третий стак нет, тоже. Нет, турели у меня нет. Нормально вот. Только ты, надеюсь, меня не бросишь, а то меня те челики, блин, бросили, кинули. Да мы за это отомстим, не переживаем, мы взорвем за это. Спасибо, братан. Потом я сбегал на переработку и переработал все мои компоненты, которые у меня были. Ведь мне нужно было изучить ракету и ракетницу. Ух, чувак! Тот, кто мне нужен был. И наконец-то взрывчатку я все-таки изучил. Потом мы с Костиком подняли третий верстак, собрали все основные ресурсы и перенесли в мой основной домик, ведь нам нужно было наплавить очень много серы. Фига себе. У тебя домов... Дофига домов. Сейчас, дай сяк, я выйду. Гантрапов это нету? Не, нету. Пойдем, я буду тебя прикрывать, а ты будешь ферме серу. Давай. А у тебя есть в друзьях, типа, Кизи? Не, нету. Блин, я бы с ним просто хотел ролик снять и типа тоже типа видеоброгер снимать, типа раз раз CSGO, всякие игры получается. У меня там где-то 15 подписчиков мало, я где-то начал только 3 дня назад. А 15 подписчиков, ну нормально. Слушай, а ты мне скинешь ссылочку на свой канал, я бы посмотрел. Давай, скину. Ссылочку на его канал я обязательно оставлю в описании и передавайте ему большущий привет. Пусть малой порадуется. Давай, там их металл будем ходить. И когда мы прибежали с плотного фарма, я услышал, как кто-то рейдит мой старый домик, откуда я перенес все ресурсы. Это меня рейдят. Он сишки кидает. А, серьезно?
Хорошо, что в моем домике были разрывные патроны, которые я мог впустить на свой же домик. Это я. Там болтовщик, аккуратно. Я знаю. Так, пустите-ка меня. Ушел. Хоп, закрывай. Фух, поднимай. У меня под домом творилась какая-то дичь, поэтому я решил запитать свою турельку. Ты электричество проводишь? А, турель реально? Ты реально турель хочешь поставить? Все, авторизовался. Заработало. Меня вальнули, помогите, пожалуйста, я мимо пробегал просто. Тебя турель убила. А все остальное время я стоял на крафте и ждал, когда все у меня наплавится. И в принципе мы были уже готовы мстить за дом Костика. А сколько тебе лет? Мне 11. Где-то через 5 дней будет уже 12 лет. А, тебе 12 лет через 5 дней, нифига себе. Слушай, ну у нас 8 ракет есть. 8 ракет это одна стенка каменная. Металл стенка, то есть две каменные стенки. О, все, мы зарейдим. Там надо одну каменную стенку и... А на металлическую стенку сколько надо, я забыл? 8. Металл стенка? Металлическая стенка? Да. Как только у меня все скрафтилось, мы отправились мстить. Так, по бомжикам лучше сейчас не стрелять, потому что... Я знаю. Патронов ноль. Ну, не то, что патронов, а то, что лучше не палиться лишний раз. Меня вырубили. Иди сюда, за камень ползи. Иду. Прям за камень ползи. Сядь. Побежали. Все, что я перелажу? Да, перелазь, только... Да, спокойно, не на шифте, просто лезешь вперед и все, и хилься. И не останавливайся, просто вперед. Красавчик. Хозяева этого домика были в онлайне, поэтому пока Костик перелазил, я отбивался от них. Они в сети, друг. Что ты делаешь? Значит, хорошо. Ой, я тут взорвал у них что-то. У них тут все открыто, друг. Ты жив? Это можешь? Это пом. Я жив. Давай. Убьешь этих. Не верь никому, пойдем. Все, поднимайся вот сюда, смотри, и запрыгивай наверх. Все, смотри, вот. Мы вот это взорвали. А, будь ты в шкафу. Все, мы в шкафу.
Забирай все. Это все ж твое. Так, шкаф. О, твой пароль, помнишь, который был? Вот я его поставил. А? Вот твой пароль. Один. Ну ты мог, да, микрофон лучше не называть. Не-не-не, тут только одна дверь. Он умер, серьезно? Ты доволен то, что мы вернули твои ресурсы, которые они у тебя украли? Да, спасибо, очень просто спасибо. Они меня, короче, просто реально... Я их вообще ненавижу теперь. Я его сейчас из друзей удалил, только в ДС удалил и все. Да, ты везде его удаляй, с такими не надо общаться. Ну, если будешь выходить спать, то только в этой комнате, смотри, чтоб тебя не залутал никто. Я знаю. Ладно, давай тогда, до встречи, пока. Будем завтра играть. Пока, может быть, еще увидимся. То, что ты реально мне помог их зарейдить, это большое спасибо. Вот ткань. Ну ладно, пока. Ты мне ракету положил. Ладно, пока. Пока. На, убей меня напоследок, я тоже выйду с сервера. Все, пока. Давай. Миссия выполнена. Это был долгий путь, чтобы зарейдить эти 8 ракет. Господи, это было тяжело. И только я хотел рандомному бомжику отдать свою мейн-базу, как оказалось, что он живет в моей деревянной кибитке, которую я отстроил, чтобы сдавать в аренду. Вот этот домик? Который большой? Не, деревянный. А, так ты мой постоялец получается? Получается так. Серьезно? Ты постоялец мой? Вы живете в этом доме? Привет. Красавчики. Да. Ого. Слушайте, вы нормально развились. А что не улучшаете? Мы минут 20 на сервере. Красавчики. Ну у вас верстака, да, нет? Да там болтовщики нас контроль. У нас сейчас ничего нет пока что. Я киянку, у вас йоникну? У нас просто этот. Одну секунду, я сейчас приду. Бизнес в гору пошел, это круто. Это реально круто, только... Мне уже в принципе ничего не нужно. Пускай себе живут, ребята. Три домика за этот вайп продал. Смотри, это вам некий... Презент за то, что вы поселились в этом доме. О! Спасибо. Да не за что. Удачного вам выживания. Вот на такой доброй ноте закончилась эта история. И надеюсь, она вам понравилась. Ну а ты, вот именно ты, кто досмотрел до конца, не забудь подписаться и поставить лайк. Всем пока!